Здравствуйте, меня зовут Наталья, я выпускница ТГУ и сейчас руководитель студии эстрадного вокала нашего университета. И я для вас проведу небольшую экскурсию под названием «Жизнь вне учебы». Для нас, студентов и выпускников университета, это самая насыщенная, самая яркая часть студенческой жизни. Мы принимаем участие в конкурсах, концертах, соревнованиях и олимпиадах. Это настоящее море возможностей! Представляю вам нашу гордость – актовый зал университета. Наш зал – настоящий трансформер. Здесь проходят научные конференции с докладами ведущих ученых международного уровня, престижные конкурсы и концерты, студенческие балы, социальные форумы и общественные обсуждения. В университете есть профсоюзная организация студентов и аспирантов ТГУ. Она объединяет в себе самых активных и неравнодушных студенческих лидеров. Студенческое братство Family ТГУ – это стартовая позиция самых успешных студентов и выпускников. А тех, кто готов поделиться добром с окружающим миром, ждут центры добровольчества и волонтерства ТГУ. Наши волонтеры – самые активные, самые первые во всероссийских, региональных и городских проектах. Здесь, в актовом зале, проходит большая часть репетиций и самых ярких студенческих событий. Каждый, кто поступает в университет, может открыть в себе новые способности, о которых раньше даже не подозревал. После реконструкции нашего зала мы получили уникальные технические возможности – звук, свет, цифровой экран. Сейчас вы увидите, как все это работает. А на этой сцене зажглось столько звезд, и это главная сцена нашей жизни. В Тольяттинском государственном университете создан Центр молодежного творчества. Можно выбрать одно из 20 направлений. Все виды хореографии, рукопашный бой, эстрадный вокал, поинг, хоровое пение, чирлидинг, тур-клуб – всего не перечесть. Думаю, теперь вы поняли. В ТГУ ждут новые таланты. Здесь ждут именно тебя!